Давай файл Fox. Так, неужели я донесу хороший пейс до бабки сегодня, по-моему, впервые до стрим. Нет. Опять я. Ну тогда, типа, я слишком быстро забираюсь, и потом. Надо как-то корректировку делать во время последнего прыжка. Но я хотя бы, я теперь уже вижу, когда я неправильно прыгаю, но я не совсем понимаю, как именно это исправить. Надо паузу делать большую или...
Как это сейчас стать, не знаю. А бывает, у меня иногда бывает, что я перед ЧГК прям просыпаюсь, и тогда уже думал, что по-любому просплю сегодня. Так. Жесть, да еще бабка. 53 секунды, кстати, необычно. Обычно 52. Так, ну третья бабка за сегодня. Пейс хороший достаточно. Ну хорошо еще, что на хорошем пейсе в этот раз дала. А то они же любят давать именно на плохих пейсах. Но вот сейчас нет, сейчас именно на хорошем, это тоже важно. Ну хотя как хорошим, я же перед заходом-то опять накосячил. Но в целом все равно пейс хороший был. Был. Оп, спасение. Не дал. Блин, я через дамаг сделал, потому что думал, что сейчас точно даст. А, то опять не дал. Блин, один раз только дал спасти. Опять не дал. Я мог спасти, точно, я хорошо делаю сетапы. Блин, ну, кстати, дающий. Ну, только за счет спасения. 54, ладно, пойдет. Смотрим дальше. Ой, блин, эхку взял случайно, что я не отошел. Но обычный код. Ну, опять не дал. Ну, лучше, чем в ПБ у меня. Но нет, здесь опять шансы почти нулевые. Нужен идеальный страус. Коты не дают. Thank you.
Ой, не туда откинула, но я забыкатил. Окей. А, все уже. Рипвэр. Не, ну идеальный, типа... У меня, кстати, уже был сегодня. У меня в целом сегодня страусы дают. Так что я, в общем-то, и не рассчитывал. Да ну, слишком плохой код. Ну, хотя бы был бы опять 30, не 38, а там 34 секунды. То были бы еще шансы там с одним... С одним катанием. О, кстати, это последний был, я даже ничего-то не это. Ну, кстати, страус в целом дал, но... Проблема в том, что у меня голда на... Во-первых, я реально даже сбился с... Редкит. Я сбился со счету, поэтому даже последний удар не это. Я мог, наверное, полсекунды где-то еще засейвить. Но у меня голда на ласте. У меня голда на ласт-боссе и... Ну блин, у меня сегодня 3 страуса из 3 дали. Это меня удивило. Но одно катание, блин, вот одно катание, мог бы вообще и тогда без катаний быть. Без катаний был бы шанс вполне себе. Я вообще шел минус 2,5. Что такое? Правда, учитывая, какой у меня топовый ласт, я вряд ли бы эти 2,5 бы засейвил, но где-то... Может быть, на секунду хотя бы можно было бы улучшить. Ну, уровень, кстати, хороший даже. Быстрее, чем ПБ. Но, блин, мне нужно еще ласт улучшить. Хотя бы на 1/10 еще быстрее будет. И будет уже 16-15. Меня еще удивляет, что это сегодня третий такой вот ран топовый. Но все именно. Это теперь тоже будет какое-то для меня проклятое, видимо, время. У Нерала было 16-22, он говорит, там, кучу раз сделал. Рандом секунды большой, но несколько секунд. Ну там не такой большой, от лучшего до худшего. Мне кажется, максимум секунд 10. Но чаще всего в пределах где-то 5 секунд. Блин, во время взрыва, по идее, надо меньше ходить. Но надо еще и не попасть под эту шнягу. Блин, ну начало, кстати, хорошее было, но тут начал справа приземляться. Это уже не очень. Ну не знаю, начало, конечно, было хорошее, но в целом, мне кажется, недостаточно. Хотя фиг знает, вот опять слева. Го опять слева и в середине. Ой, опять слева, блин, может шанс есть.
Его опять слева. Хотя уже без разницы жить. О. Ну-ка, рекорд. 15. Yes! 15! Жесть, я не верил, блин. В очередной раз. Я каждый раз, когда дохожу, я не верю вообще. Я не верю, что что-то будет. Жесть, но у меня голда стала часто на ласте. Мне кажется, я раньше хуже ласта проходил, потому что я часто на нем бегал и лагов добавлял. А поэтому сейчас у меня получается голду улучшать нормально так. Жесть, 2 ВР в день. Ну, буду еще пробовать. Но это был вот такой минимум, которого я хотел добиться, 16-15. Блин, ну пейсы-то идут, блин. Вот как можно дропать, когда так пейсы идут почти на каждом стриме?